Всем привет, ребята. Ну что, решил я сегодня записать вам такой интересный видосик, обзорчик на автопрокеров. Мы определим, давайте так, 10 самых сильнейших автопрокеров, которые есть на сегодня в игре. Автопрокеров намного больше. Что такое автопрок? Это когда герой срабатывает, вне зависимости от того, есть ли цель, которую он атакует. То есть вы можете поставить, ну, в основном это используется на фарм-локациях, на PvP-локациях. Вот такого рода вот герои, например, они ставят воодушевление, то есть они набирают энергию вне зависимости от того, есть ли цель рядом, которую им надо атаковать, они включают свой скилл. Вот, например, давайте посмотрим на АИ. Смотрите внимательно. Видите, то есть мои герои не контактируют с вражескими, но уже атакуют. То есть в этом суть автопрока. Есть герои, которые атакуют на любое расстояние, есть герои, которые атакуют на ближнее расстояние, только как цель попадает в зону действия, то есть герой сразу же активирует свой скилл. Самое, как бы, самые топовые всегда это автопрокеры, потому что вы можете на PvP локациях поставить им ремку, и они будут сразу же включаться, что мы делаем в принципе на атаке фортов. Такс, поехали смотреть. Будем по очереди всех смотреть. У меня практически все герои есть, кроме гарнизонных, ну и некоторых. Так, давайте так, начнем с самого начала. Гарпия, ну, своего рода тоже автопрокер, как только набирает энергию, атакует, то есть кулдаун 2 секунды, но это такой, этот герой уйдет однозначно с топ-10. Так, дальше. Так, чтобы никого не пропустить. Ну, в принципе, она тоже автопрокер. Кидает сразу же. Но, опять же, надо цель. Кинди. Если вы поставите ей ремку, она сделает автопрок. А, то есть, она ударит. Так, кто у нас еще есть такой интересный? Ну, Дрейк. Равносильно, в принципе, то же самое, что и Гарпия. Используется на битве гильдии. Кенди используется на PvP локациях для того, чтобы забрать энергию до того, как ваши герои вступят в контакт с вражескими. Гарпия используется в основном на фарме, на боссах гильдейских неплохо ее фармить. Такс. Ну, череп, как и Тесса, в принципе, тоже автопрокер. Он включает свой скилл, если у него фуловая энергия. Ну, пока пусть будет. Малышник тоже автопрокер своего рода, то есть он включается, когда энергия есть, нету, он как и Дрейк, в принципе, но малышник сюда не катит. Душек тоже своего рода автопрокер, как только набирается энергия, он сразу же кидает ульту. Вот, допустим, Тессу поставим еще. Стрелок. Давайте так, буду рассказывать, где кого использовать. Череп — это все локации, но с него начали снимать щит, он не настолько актуален стал. Душек на фарм локациях, на боссах забирает энергию, очень неплохо смотрится. В КБшке тоже неплохо. Тесса, ну, такая же, как и череп, но стрелок — это архидемоны, это PvP локации, это фарм локации. То есть стрелок из этих всех реально попадает пока в топ-десятку. Ну, Некрос, в принципе, тоже автопрокер, набирается энергия, он ультует. Но он, опять же, донатный. Однозначно Ворожей. Ну, Рино тоже, по-моему, набирает, если нету цели, он превращается, он даже уйдет отсюда. Ворожей однозначно, потому что это отхил, воодушевление ставите, и на волнах вам будет счастье, в принципе, как и на остальных PvP-локациях. Дерево то же самое, как только шкала заполнена, если у вас стоит ремка,
плюс ожива, оно будет резать вне зависимости, есть цель, нету цели, и на PvP локациях это очень неплохой вариант, так как дает сразу же деф. На битве гильдии рез дает, если сразу же его выпустить, если его убьют, оно резается с оживой и может убить. Не убить, а резнуть. Так, убираем, ставим Фрэнки. Фрэнки тоже автопрокер, используется на битве гильдии в основном, то есть на PvP локациях, так как у него мало целей, но он в основном против Родина хорош. Бигфут уберем, Душика поставим, Бигфута однозначно, да. Я вам на него делал вот недавно обзоры, можете посмотреть. Автопрокер, куча разных иммунов, отхиливает себя, замораживает, в общем, что еще надо. Варлок, ну, в принципе, его даже можно не ставить. Классный дамагер раньше был, но на сегодня он вообще не актуален, но он тоже тащит. Так, уберем Некроса, поставим вот так вот. Афинку. Афина плюс воодушевление ставите, и плюс ожива там, либо ремка на PvP локации, плюс хороший талантик, подашка, баст, то есть и на волнах круто, она заряжает и героев, то есть героев автопрокеров, таких же как она, то есть на фарме, на волнах она один из таких самых топовых героев будет. Так, Седнушка, заклинательница тоже, в принципе, автопрокер, но я ее даже ставить не буду. Выбираем Кинди, ставим Седну. Седна аналогично дереву, только дает дополнительную атаку, дает неплохой отхил и 100% рез, если дерево там дает с процентами, но больше количество, тут меньше количество, но рез с full хп. ПБшка тоже, в принципе, имеет право на жизнь, даже если он будет у вас заряжен, то есть ставите ремку, он автопрокер, не атакуя цель, он сразу же включает свой скилл. В принципе, неплохой для PvP локации. Риббита мы пропустим. Огника, ну, Огник, в принципе, он тоже автопрокер. Если вы ему поставите эту ремку, он сразу же трансформируется, но я его ставить не буду. Махатма однозначно, да. Махатма уберет у нас черепа. Автопрокер, вы не раз видели, если вы по ней бьете, она дамажит, то есть у нее нету, скажем так, кулдауна, она все время будет бить, то есть автопрок, но я думаю, она уйдет с этого топа. Снеговик, говорю, снеговик, рогатка, капитан рогатка, ну, в принципе, как и ПБшка, где-то плюс-минус. Так, убираем Дрейка, ставим Бугимена. Бугимен один из топовых дамагеров, имеет встроенную защиту от отражалки, используется на PvP локациях, в основном на фарме, у него очень мало целей, но он один из топовых, поэтому он 100% попадает в топчик. Так, Трифида мы не будем. Роза, в принципе, Роза, берем Махатму, поставим Розу, так, скажем так, по востребованности. Роза, я вам показал у нее обзоры, отхил, деф, иммунитет и процентуальный урон, в общем, это один из топовых героев, который имеет деф и автопрок, то есть она реально очень крутая. Ну, топчик у нас займет, скорее всего, Космо. Давайте уберем ПБшку. Космо — это, наверное, на сегодня топ-1 автопрокер, потому что он кидает паралич по зоне, обездвиживает, не дает героям ударить, и кулдаун настолько маленький, там 1 секунда, то есть он фактически будет у вас всегда включаться, что я не раз показывал. На битве гильдии он мешает, если он атакует с воодушкой, можно подобрать героя, он вам поможет пройти любую базу. Но на фарм локациях и во многих случаях он реально очень крутой, на архидемоне с отражалкой, в общем, много мест его использовать можно. Так, дальше Анубис, ну давайте уберем Фрэнки, поставим Анубиса, думаю, про него даже рассказывать не надо, то есть подземки, очень много целей, режет урон, имеет оживы, иммунитет, ну, в общем, классный герой, тут ничего не скажешь, он до сих пор актуален. Так, Фрея, в принципе, Фрея тоже автопрокер, давайте так, уберем. Ну, она не везде тащит, но тащит очень неплохо.
На битве гильдии она точно так же, как и Космо, будет мешать в Дефе. То есть в зависимости от того, как вы подберете тактику, если на ней воодушевление, можно Ронином свободно проходить, можно точно так же Фрейю на Фрейю кидать. То есть есть очень много нюансов, но она тоже автопрокер и очень неплохо помогает. То есть у нее будет все время появляться голуби, и она будет атаковать. Так, что дальше мы делаем? Убираем, скорее всего, стрелка, ставим землеройку. Землеройка один из топовых тоже автопрокеров, кидает молчанку. Ну, тут даже нечего рассказывать, просто топчик. Так, дальше. Дальше у нас есть хранитель. Давайте так, хранитель, командора и свален. Кого-то убрать? Ну, хрон на фарм локации с воодушевлением неплох. Да, он тоже автопрокер, но я бы, наверное, его не ставил сюда. Командора классная. Вот командору я бы, наверное, заменил. По востребованности убрал бы, наверное, Бигфута, поставил бы командора. Вот так вот сделал, потому что с командорой можно проходить как и PvP локации, так и подземки. Она очень универсальна, и она получше будет, чем Бигфут в некоторых случаях. В зависимости, конечно же, от сборки, но, как по мне, она лучше, чем Бигфут, потому что у нее зона атаки намного выше. На битве гильдии, на подземках можно использовать на PvP. Свален, ну, не знаю, честно скажу, он как бы, как и Анубис, но не котируется он вот с этими героями. Ну, не знаю, он, как по мне, я его не буду использовать столько, сколько я использую эти герои. То есть, вот для меня, например, вот такой вот топ-10 героев автопрокеров, которые на сегодня в игре тащат. То есть вы напишите в комментах, какой, кто для вас самый топовый автопрокер, и либо какой топ вы составите. Можете больше написать, какие для вас герои топовые с автопроком. То есть для меня вот такой вот состав, это на сегодня с того всего, что у нас есть, это самый топ. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.